песнями сустракают гостей у Витебской области. Какие цуды выканальницкого майстерства показали чароўныя музыкі. Сям'я Скоранавых – музыкі, якім пакарыліся не толькі цымбалы і гармонік, але і песні. Ляцелі дзе птічкі, ростам невялічкі. Ой, лета не зіма, каго люблю, таго няма. Ой, лета не зіма, каго люблю, таго няма. Як у дзецях выхаваць не толькі здольнасці, але і любоў да музыкі, у тым ліку народнай. Перш за ўсё я педагог. Перш за ўсё всё-таки педагог. А исполнитель – это моё личное увлечение, как бы хобби. Усё гэта сёння ў фальклорным шоу «Хата на хату». Будзем спяваць разам. Добрый день, шановное господарство. Рады вітаць вас каля телеэкранаў. Сёння нас чакае яшчэ адна сустрэча з новымі удзельнікамі музычнага конкурса фальклорнага шоу «Хата на хату». Я, Лариса Мятлеўская, і Іван Іванович Крук разам па ўсёй Беларусі шукаем гасцінныя і таленавітыя сем'і. Мы пачынаем. Не пераключайцеся, бо будзе цікава. Давайте нагадаем телеглядачам і сем'ям удзельніцам умовы музычнага конкурсу фальклорнага шоу «Хата на хату». У першым адборачным туры фальклорнага шоу «Хата на хату» нашыя вядучыя адпраўляюцца ў падарожжы па Беларусі у пошуках яркіх, дружных, таленавітых сем'яў удзельніц нашай праграмы. Сем'і, якія выбярэ наш прафесійнае журы, сыдуцца ў музыкальных батлах, спеўных конкурсах і бітвах талентаў. Сапраўды пойдзе хата на хату. Па выніках гэтых спаборніцтваў 4 сям'і мы запросім у сталіцу, дзе будзе адбывацца падрыхтоўка да вялікага фінальнага канцэрта з запрошанымі зоркамі беларускай эстрады і фальклору. І ўсё гэта дзеля таго, каб потым на вялікай сцэне на ўсю краіну прадэманстраваць усё хараство беларускай застольнай песні і паказаць сваю сям'ю ва ўсёй красе. Сёння нас чакае яшчэ адна сустрэча з таленавітай музычна адоранай сям'ёй. Усе нашы сем'і-удзельніцы адметныя сваімі талентамі, гісторыяй і традыцыямі. Кожны з удзельнікаў гэтай сям'і мае ўзнагароды абласных, рэспубліканскіх і нават міжнародных конкурсаў, таму здольны даць свой сольны канцэрт. Бо мы будзем у сям'і чароўных музыкаў. Гэта Скоранавы, якія жывуць у пасёлку Шуміліна Віцебскай вобласці. Звінять, звінять дзвончыкі блізенька, кланяемся вам усім нізенька. Звінять, звінять дзвончыкі гусенькі, добра мы жывём, беларусікі. Ой, да накрывайце аброс хутчэй, мы сустракаем у сябе гасцей. Ой, да накрывайце аброс хутчэй, мы сустракаем у сябе гасцей. Ой, да накрывайце аброс хутчэй, мы сустракаем у сябе гасцей. Ой, да накрывайце аброс хутчэй, мы сустракаем у сябе гасцей. Ад шумілінскай зямліцы, ад яе гаспадароў, вам дазвольце пакланіцца і прамовіць пару слоў. Уважаемый Иван Иванович и Лариса, мы вас очень ждали и готовились к встрече с вами, приготовили угощение, приглашаем вас зайти к нам в дом. Добрый день у вашу хату, дякую за запрошение, мы вельми рады встрече с вами и будем сподеваться на то, что ты присмаки, які вы в нас сустракаете. И не только песни, по гэткай халадечи просимся до печи, бо все это согреет нашу душу. Кали ласка. Кали ласка. Пройдемте, да. Thank you.
сядь за гэтым прыгожым сталом. Прадстаўце, калі ласка. Здесь вся наша семья Скориновых. Меня зовут Елена Скоринова уже, как мы познакомились. Это муж Скоринов Виктор. Он не просто муж, он кроме своей работы, как учителя музыки по классу баяна, он еще и строитель исключительный. Дом вот мы построили своими силами, но я, конечно, помогла, во что могла. Единственное, мы нанимали рабочих только на обкладку кирпичом дома. И крышу, когда вот делали. Молодцы. Удобный мастер. Все от пола, вот укладка ламината, поклейка стен, потолки. Все это он и по электрике разбирается. Ну, он еще и помогает нам, даже струны помогает делать на цимбалах. Ну, что не попросим. Мастер универсал. Он нам мастер, помогает во всем. Да. Ну, удобный. А папа, конечно, трое деток. Старшая Оля. Ей 21 год. Она уже... третий год работает у нас в школе искусств, учителем по классу цимбал. Ее любят ученики. Она в то же время еще и занимается концертной деятельностью, много самосолирует, выступает у нее в репертуаре. Где-то, может, 2.5 часа готовых произведений. Вот она может исполнить разный репертуар. Васе у нас 17 лет, он учится в Новополоцке на 2-м курсе в музыкальном колледже по классу баяна, тоже играет с нами в ансамбле, ну, иногда, конечно, любит и в компьютер поиграть, но а в основном такой вообще отзывчивый, добрый очень. Вообще, когда они были немножко помладше, Машеньку помогали нам растить, вот младшая Машенька, вот она сидит с голубым веночком. Она у нас и пианистка, уже она в 5-м классе по классу фортепиано. И 2-й год она играет на цимбалах. Она очень одаренная, старательная. В школе учится, успевает хорошо. Очень любит всех в доме. Она по знаку зодиака Весы. И вот я считаю, что соответствует этот знак. И она у нас в доме, если где-то, ну, в силу характеров, иногда же бывают какие-то и споры, она у нас как вот равновесие, она всех жалеет, она всех готова помирить. Вот такой золотой, такой хороший ребенок. Именно завсёды такая сосерожная, такая уравноважная, да? Николя не усмехается? Ой,
очень даже улыбается. Ну, сегодня, может, на качелях только не покаталась. Была занята немножко. Не, ну, она любит улыбаться, любит своих котов двоих домашних. Угу. Он любит подружку. Вот, если вы заметили, у нас... Членов вашей семьи четверолапых мы так само зауважили. Вось, а я хотела запытаться, те все это члены вашей семьи, те, может быть, это сябры, соседи? Присутствующие за столом – это наши друзья и соседи, и коллеги, и помощники. У нас вот самая близкая соседка Анна Никитична Андрушка. Она, знаете, у нас даже, к сожалению, мы с Витей последние дети в семье. У него мама его родила, и меня в 36 лет. У нас уже родителей уже несколько лет нет, да. И вот была такая ситуация, когда Машенька родилась, я ходила на работу. Анна Никитична нам очень помогала, она даже Машеньку смотрела, приходила сама. Мы, конечно, не просили даже сами ее, она сама вот такая отзывчивая, она всегда вот приходит на помощь. Ну, очень... тому можно смело сказать, что это так само член бабуля. Семьи. Да, она нам, да, как родная. И муж ее, вот Николай Алексеевич, сегодня не смог прийти. Они очень хорошие люди, такие отзывчивые. Потом вот рядом сидит девочка Стелла Шилова. Это моя ученица, очень хорошая девочка. Она старательная, она столько с нами вместе ездит. Она и ее бабушка Галина Флерьяновна тоже близко возле нас живут, наши соседи. Мы были вместе и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в этом году в Абхазии, в Пицунде. Очень так, такие они хорошие и способные, и хорошо поют. А еще у нас коллега наша и наш друг семьи Валентина Георгиевна. И тоже это наша соседка, ее квартира из окна у нас дома видна. Они все у нас тут близко живут. Как файно, я обзаимствую. Она, кроме своих обязанностей, она очень способный человек. Она везде, каждую свободную минуту, она всем готова помочь. И она во всех коллективах. Ну, просто вот такой человек, душа. Татьяна Васильевна, вот мы с ней дружим уже давно, она тоже наша соседка и наша коллега. Она была, ну, в силу обстоятельств жила в Поставах, там у мужа была работа, а в этом году переехала к нам, и мы дружим. Да, вернулась на родину. Да? И она у нас и играет детям, аккомпанирует, и такая она вот тоже активная, и песни она любит, она и вяжет тоже. А ось пани сидеть каля меня. А Галина Флерьяновна, это бабушка Стелла, вот. Это мы вместе с ней путешествуем и, ну, как бы и находим общий язык. Мы очень хорошо общаемся, друг друга понимаем. Они нам тоже всегда, как могут, помогают всегда. Я вот вас сижу слухаю, я просто мне такая белая, прибелая заздрость, что иметь таких соседей, это треба у Бога заслужить, правды. Для того, как вот притягнуть, мне кажется, вы как магнит, ваша семья притягивает таких хороших, светлых, добрых это людей. Еще не все добрые люди, мы еще много знаем добрых. Ну, жалко, к сожалению, не столько места. Стол маловато трохи, да, где люди у всех посадить? Если бы это была, да, какая-то вот погода, природа, лето, не так холодновато, как сейчас, то это можно было вообще очень много у нас людей, которым мы благодарны, и они к нам хорошо относятся. Вот ваш коллектив «Чаровные музыки», и это что, вот это все люди утворили, как вы утворились в уголе, ваш коллектив? Ну, все началось с нашей семьи. Поначалу, когда мы пришли на работу в коллектив, вот молодые специалисты, с мужем мы познакомились, кстати, на первом курсе музыкального колледжа. И вот с тех пор не расстаемся. Уже много-много лет. Так спочатку семья утворилась, и после коллектива? Да, все, подождите, потихоньку. Вот сначала мы познакомились, потом появилась семья. Потом мы поженились и приехали работать в Шумилино. Правильно, все по порядку. Да, по порядку. И мы играли дуэтом вдвоем. Он на баяне, я на цимбалах. Потом у нас появилась Оля, она вот самая старшая. Когда она немножечко подросла, но мы же все время на работе и выходные, когда у нас было больше времени, вот не было деток, мы помогали и разным коллективам получать звания народных, там вот Скорбонка, Гульбичи, там театр народный. У нас было много времени свободного, и мы никому не отказывали. Мы все время играли, вот помогали этим коллективам, помимо своей. Ну и сами в опыту набирались. Да, ну а Оля что же, она где-то за нами, хоть и маленькая, за собой ее брали, когда могли. Она видела и на работе эту работу, занятия с музыкой, и выступления наши. Ну, не знаю, она сильно и не была против, но мы у нее не спрашивали. Она начала с детства играть, и потом она как вот уже, ну, была такого возраста, может, 6 лет, уже мы начали играть втроем. Потом появился Василий. А он очень тогда не умел еще ни на чем играть, на баяне, то есть. Так ему давали такие вот эти ударные маракасы, там, да, всякие там колокольчики. И вот мы играли вчетвером ансамблем. Но когда появилась Маша,
она с 2 лет она процестовала. Мы уезжали в Санкт-Петербург, репетировали тут пьесу дома. А у нас есть даже видеозапись такая. А она на папу лезла так вот по нем, как по елке. И вот что ее, наверное, не брали. Кричала, вот чтобы... Ну, а потом мы поняли, почему это что-то были за протесты. Она тоже на ударных поначалу играла. Но вот а сейчас она и ударные совмещает, и на цимбалах она уже обучена. И достаточно успешно в ансамбле солирует. Хотя она очень ярко вообще на фортепиано играет. У нее есть, конечно, у всех детей способности, но мы так считаем всей семьей, что Маша самая одаренная. Вот Лариса. А потом уже вот это коллектив человек, да. Ну, да, а вот уже соседи. Вот эти вот, ну, как бы пение вместе, да? Вот все знакомые, кто, как бы, когда мы если обращаемся, ученики, притягнулись, шули притягнулись, как магнитом. Да, да, это все друг друга находят, и как-то комфортно нам, и хорошо, и удобно. А когда вы назвались «Чарованные музыки»? Это давно уже. Наверное, еще Маши не было. Выбирали даже название. Да, помогали нам наши хорошие знакомые, да. Ну, я думаю, что оно отповедает, эта назва отповедает. Но ли хочется ж послухать что-нибудь? Ларисочка, первым послухаем песню, хотел бы одну ремарочку. Вот в сродках массовой информации на телебачении довольно часто в последнем часу обмерковывается проблема бездетности семьи. Так вот, мне подалось, что мы сегодня можем такой рецепт людям дать, да? Частей и больше слухайте музыку, и будут детки заявляться. Где есть музыка, там есть кохание. Где есть кохание, там есть дети. Музыка — это вечная. Это... Подтвердите, пожалуйста, эту думку своей песней. Пожалуйста. Виктор, у песни прогучали шиковные слова, а наш хозяин порадок глядеть. Только что ваша половиночка лепшая рассказала про то, кто сидит за этим столом у таким порадку. Да? Рассказали про то, как створался ваш семейный ансамбль. Я бы хотел бы попросить вас, как вы трошечки-трошечки заглыбились в историю своего рода. Рассказали, а может быть, кто-нибудь из представников вашей семьи сам, так сказать, займался выканальницким майстерством. Ти вы самый первый распочали. Або вот мне вельми сподобалось, и я бы хотел, как вы про это рассказали, история про вашего дядулю. Что за история там такая цікавая? Дядуля мой был вельми, любил вельми музыку. И старался, хотел играть на инструменте. Но у него было только 3 пальца. На правой руце? На правой руце. Угу. И он гармоник, когда брал в руки,
Ніхто не заважав, що три пальці? Ніхто не заважав, що три пальці. І я пам'ятаю, як я глядів, як він грає на гармоніку. Було зеленого кольору гармонік. Заздрості по-доброму, да? Так, хотілося, щоб вельми грати на этом было такое. А дед дозволял? Дед гармоник свой давал? Тискать, да. Откуль ваш дядуля родом? Откуль вы сами родом? Я с этой земли. Вам чудовное слово. Я с этой земли. Дороженькие, я сегодня по присядибному померку вандрую с господаром. Віктор, ось приметила такий плот цікавий. Що це за збудування? Чому він такий невеликий? З чого ви його робили? Ну, він як декоративне, мабуть, щось таке цікаве, старинне. А ось ви бачили такий плот? Може бути, було у другому місці? Де? Ну, десь на агроусадьбах, зараз це модно. А, так ви бачили такий приклад, ну, да. Зрозуміло. А робили з чого? Что близко растет, из того и сделали. А лоза, вы... вот и получилась лоза. Конечно, это не долговечная, но зато красиво. А вы скажите, и быстро, и рядом. Ну, лоза, звичайно, на болоте расте. Далеко ходили? Да мы живем на болоте. Ух, ничего себе, сдается, все нормально. Болото у нас здесь. Болото. Короче, вы эту землю приоздобили для того, как побудовать дом. А дом будовали сами? Сами. Сами. Своими руками? Да. Ну, ничто себе, вы и спеваете, играете, и дом майструете. Да. А скажите, коли ласка, что цікавого у вас есть еще на вашем присядебном померку? Ну, так как мы на болоте живем, чтоб на болоте не жить, мы выкопали сажалку. А покажите. Ну, пойдем. А те водится рыба у вашей сажалки? А як же? Да, карасики. Пробовали запускать карпа, толстолобика. Ну, ну, за лето подрастают, но зиму они не переживают здесь. А скажите, а как вы их ловите? Удочка. Удочка? А я думала, может, с сачком каким зайшел, раз, и все, и господыни одразу на потельню. Вось, а любите рыбу у вас в хате? А я? Да, любят. Особенно коты. Ну, я бачила, тут есть хороство у вас люте. До речи, кот ваш добро справляется со справой. Ловить кого? Даже он оттуда из-за сажалки уже и приносит. Вось, это диктак. Вожаку в этом году две принес. А какая живность еще есть у вас тут? Да жили даже бобры у нас здесь. Три года жили. Три воды? Так они ж вельми нищат сад и усилякие древы, все, кажется. Они копают из воды, копают в берег и там делают норы. Норы? Ну вот еще этот берег, а тот весь перекапан берег. Полностью все в норах. И ходить даже было, можно было провалиться. Не глядячи на тое, что на дворе осень, я ласуюся малинами. Дороженький господар, кто это хороство посадил? Ну, мы с женой посадили. Купили три маленьких вот таких вот. Дубчика? Дубчика, посадили, и вот они у нас растут. О, так файно. Да. До какого часу они растут, как вы избираете? Да бывает, даже и снег уже начинает, и мороз, а они вот красные висят. Ну, так я уже бачу, что кастрычник на дворе, а тут можно сказать, что у меня липень. Я трапила, как мы... Угощайтесь. Ну что ж, дякую. Самая смачная ягода – это поздняя ягода. Ранняя, первая и опошняя. Ну что ж, хотим до господынь? Пойдем. Вы глядите фольклорное шоу «Хата на хату». Сегодня мы гостюем у семьи чаровных музыков, у семьи Скороновых, якая гостина сустрела нас у своей хате. Сударыня Лена. Скажите, вот
як ми зустрілися, ви розказували так само трошки про свою родню. І ви вельми так ніяк поетично, я б сказав, проникненно розказували про своє коріння, перш за все про свою бабулю. Може, поділитися з нами з гэтими вестками? Пожалуйста. Бабушка у мене була Христина Васильевна, ее звали, Царство Небесное. Она, во-первых, по жизни была человек такой отзывчивый, работящий очень. И помогала всегда детям своим. Она нас растила. Тогда же детских садов не было. Я прекрасно помню, как мы, ну, там была у нас одна деревня, у меня другая, как мы путешествовали с ней всегда. У нас везде, всегда с собой. Ну, и приучала к труду, только хорошее все учила, всему хорошему. Вот. А сама она прожила очень трудную, нелегкую жизнь. Во время войны она была молодой и была связной в партизанском отряде. И у нее при жизни она была удостоена многих наград, она была почетным ветераном, у нее были там ордена и медали, все это. И была любимая песня у вашей бабули. А может, что-нибудь, так сказать, у памяти об них? Бабуля, да, они пели, они всякие обрядовые, ритуальные песни пели там, вот, да, и там, которые посвященные и Рождеству, и колядам, там вот там, ну, крещение, когда, да, это было. И всякие, которые праздников там урожая, это очень много песен, всякие там волочобные. Да, я помню эти песни. Но мы сейчас приготовили песню нашего региона, Шумилинского, из Шумилинской кадрили, веселую, черноброка, черноглазочка. О, гонор вашей бабули, так? И дядули. Это такая веселая песня. Вообще отличительная шумилинская кадриль. Обычно бывает только музыка и колено танцевальное. То на Шумилинщине кадриль все колены сопровождались пением. Так как мы здесь живем, вот мы все-таки уже тут... Ну тогда, Калиласка, поделитесь своим мясовым богатцем. Супер, супер. Веселая песенка. Рада, что вам понравилось. Вельми важное место у обрадности, у наших обрадах выконывала мелодия. И она недзе у нечем была, коли хочется, стрыжневым, доминантным, фундаментом, який, ну, вакол сябе групіраваў усё астатняе дзея. І вось у гэтым плане вельмі важнае месца, ну, калі хочаце, дырыжору ўсё гэтай падзеі, належала беларускаму музыку, музыканту. Трэба сказаць, што у сацыяльнай іерархіі вёскі было некалькі чалавек, які кожны займаў сваю сферу, сваю нішу. Пастух, каваль, млынар, бондар, знахар і музыка. Так от мне хочацца сказаць, што музыка, калі хочаце, у значнай ступені убіраў у сябе от постаці всіх тых, каго я пералічыў. Ён быў адначасова і пастухом над усім тым рытуалам, які адбываўся. І ён перетіраў зерне, як той млынар, і ведаў, што будзе, так сказаць, напрыканцы гэтага вяселля. Ён быў і тым самым знахарам-колдуном, які павінен быў трымаць, падтрымліваць дынаміку гэтага вяселля і шмат у чым праз выкананне тых ці іншых мелодый уплываць на будучы лёс гэтай сям'і. Музыка – это знахар, музыка – это колдун, музыка – это знаўца, надораны Богам, які ведаў вот гэтыя глыбінныя тайны меласу, глыбінныя тайны беларускай душы. І таму яго постаць займала
ну, можно смело говорить, одно з самых перших месцаў у розных рытуальных практыках. Акрамя таго, хацелася б сказаць, што вот 19-е стагоддзе, пачатак 20-го, і яшчэ нават пасляваенны час, як правіла, на беларускіх вясельнях прысутнічалі тры музыкі. З аднаго боку, і тры музычныя інструменты. З аднаго боку, гэта мог быць гармонік, гэта магла быць скрыпка, гэта быў бубен. Але мне хочацца сказаць, што, відаць, ну, найбольш прыцягальным, найбольш мілагучным і найбольш, ну, калі хочаце, тым інструментам, які, ну, найбольшы водгук у душы беларуса выклікаў, гэта ўсё-такі нашы цымбалы. Іх мелодыка незвычайная, зачаровываем. І калі я чую слово цымбалы, мне адразу хочацца узгадаць купальскі абрад пошуку папараць кветкі. Вот тайна этого пошуку і тайна выканальніцкага майстэрства на цымбалах была фактычна адна і тая ж. Интересна история наших современных белорусских цимбал. Наверное, не каждый из живущих у нас в Беларуси и зрителей, возможно, на телевидении, знает, что наши цимбалы, они вот на профессиональной сцене совсем недолго. Если сравнивать с фортепианной школой, с баянной, там столетиями накапливается опыт, методики исполнительские. А у нас он совсем молодой. Возродил этот инструмент, и в таком виде, вот как он сейчас у нас есть, его сделал такой выдающийся музыкант Иосиф Жинович. Леночка, скажите, как ласка, а вы сами давно, как давно вот овладели этим инструментом? Кольки прикладно году? Да, давно. Я стала заниматься в музыкальной школе с 12 лет, наверное. И тогда, в те времена, было в школу поступить не так просто. Нужно было сдавать экзамены, пройти какие-то определенные испытания. И вот сейчас бывают такие ситуации, что даже берут всех желающих детей. А в то время, и причем я жила в деревне, а школа, где я училась, это город Новолукомль. Я ездила на автобусе туда каждый день. И, ну, как бы преодолевала какие-то определенные трудности. Значит, это, ну, доказывает тоже, что мне хотелось этим заниматься, и было желание, значит, ну, все это было интересно. Но на сегодняшний день лёс склался так, что вы не только мастер выканальницкого мастерства, да, мастерства, а еще и педагог, да, и перш за все не педагог, только в школе. Перш за все я педагог. А, перш за все, да. Все-таки педагог. А исполнитель это уже любить, это мое личное увлечение, как бы хобби. А мы хотим поделиться все-таки своими умениями, чего мы достигли вместе со своей семьей. И у нас даже вот так интересный такой способ исполнения. Мы вот на одном инструменте будем со старшей дочкой Олей играть. Она с одной стороны, как традиционно все играют, а я уже как бы на перевернутом инструменте. Но это если для простых обывателей объяснить, это что-то вроде как вверх ногами, да, если постоять. Вот это так я играю. И маленькая девочка у нас, Маша, овладела инструментами. А сын Василий, он играет на баяне, ну и папа у нас, вот он главный концертмейстер, все. Хотелось бы вот представить то, что мы умеем, показать. Thank you.
Гэта фальклорнае шоу «Хата на хату». Мы працягваем знаёміцца з талентамі сям'і Скоранавых у гарадскім пасёлку Шуміліна Віцебскай вобласці. Леначка, вы трошкі раней узгадалі пра некаторыя толькі паездкі, да, у розныя мясціны і не толькі Беларусі. А вот калі паглядзець на ваш сервант, то там стаіць цэлая галерэя усялякіх узнагарод. Я бы хотел бы попросить вас, как бы, ну, не про кожну, потому что я думаю, что 3 дня доведется про это говорить. А да? Я быстро умею. А расскажу, почему быстро расскажу. Хотя бы про такие наибольш, может быть, дорогие для вас. Хотя я разумею, что кожная нагорода, але может быть, да. Расскажу, почему быстро, и вы меня сейчас поймете и поддержите. Дело в том, нас же 5 человек, да, ну, инструментально, да? Оля играет сольно, Маша играет сольно. Если ученица с нами едет, ну, учениц кубки, правда, у них дома тоже еще учениц, столько много кубков у каждого дома. Вот. Вася выступает сольно, мы играем ансамблем. И бывает так, что на одном конкурсе мы получаем не один кубок, а 2 или 3, ну, один и тот же человек. Вот последний конкурс, который проходил в Абхазии, мы ездили и отдыхали там этим летом, и участвовали в конкурсе. Так вот, если бы не был такой умный у нас папа, боюсь, кубки бы не привезли назад. Столько надавали кубков, в чемодан не влезали. Но ну, он их раскрутил. Мощный хлопец. Не потому что мощный. А потому что он умный. Он раскрутил. Чашку в чашку, ножки к ножкам, этот гранит к граниту. Все. Вот так. Я им просто восхищалась, что вот. А так бы мы даже, ну, чемодан у нас так было много вещей, инструменты в руках везли. Вот. Наш инструмент воспринимается везде. Он, я же, как уже подчеркивала вот, ранее, школа профессиональная, она очень маленький срок еще прошла, если вот сравнивать со столетиями других инструментов, да. И там, где его никогда не слышали, инструмент, ну, и мы стараемся, и когда мы с детками, с учениками готовимся, и своих детей в ансамбле, мы не просто так едем, мы готовимся, ответственно к этому относимся. И воспринимают нас настолько прекрасно, настолько люди восхищены звучанием инструмента, и мы поэтому и ездим, и выступаем для того, чтобы наш инструмент, и наша родина, Беларусь, она чтобы где-то вот про нее знали с такой стороны тоже.
Лена, мне такое уражение, что вы порушаете все законы астрономии. Я маю на увазе, что быть. У нормалевых людей сутки должатся 24 часа. Нам не хватает времени. Не хапает. Да. А мне хочется послухать песню. А песню приготовила Машенька наша. Она вместе с папой споет куполинку. На купальні у карагоді походила, сапраўды. Такая таленавітая сям'я. От я запомніла першую песню, якую ви проспівали за гэтым столом, яким співають про господара, господиню. Я хочу сказати, що я уже з господаром походила по подворку, познайомилася со ставом, де ёсць риба водиться, і бобри, і там усляка, наїлася маліни от пуза. Ось. Хорошо, в октябрі, правда? Добре ходивши в осінь і ёвши маліни. Але ведаеце, я просто ў захапленні ад гэтага стала. Просто не адвесці вачэй, но просто сонца. І рукі сами цягнуцца. Рукі цягнуцца. Очень не приятно, што понравилось. Так, і вось у гэтай першай песні спявалася про тое, як вядзе гаспадарку гаспадар. І я побачыла і ваш цудоўны дом, і ўсё астатнія. І вось бачу вынікі працы гаспадыні. І бачу, што тут шмат цікавых, незвычайных страў, якія мне не сустракаліся. Напрыклад, мне хацелася б звярнуць увагу вось на гэтую страву. Гэта што? Это наше белорусское блюдо. В нашем регионе это называется гопчики. Ой, так. Ну, просто диво, какая цікавая назва гэтых, што гэта? Гэта як бульба? Это бульба драная, а што ўся лісня? Это то же самое, что клёцки белорусские. Mm-hmm. Ага. Это бульба драная, но она должна быть отжата. Потом mm-hmm. крахмал добавляем mm-hmm. в эту бульбу, которая подраная. Секреты кулинарные. И потом в середине еще фарш. Закрыт. Но только это обжаренные клюшки. Зразумела. Секреты кулинарные всем не выдавайте. Это я запишу у вас после. Тяче вода у ярок. О, самое то. Молодой девчонки. Тяче вода у ярок, тяче вода у ярок, водачку занесло. Водачка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. Водачка
має чорний, в очі має чорний, чорний люсі сі. Песня белорусы любяць у розных кутках Беларусі, ага, спяваюць гэту песню з задавальненнем. Ляцелі дзе птічкі ростам невялічкі, ой, лета не зіма, каго люблю, таго няма, ой, лета не зіма, каго люблю, таго няма. Ой, ляцела баба, сярод мора пала, ой, не, не відаць, каго я кахала, ой, не, не відаць, каго я кахала. Шановні господари, дякую вам за вашу гостинність, за зустрічу, за пісні, за ваші танці. Дай Бог вам здоров'я, нових творчих поспіхів, удалих заміжних поїздок, командировок. Ну, а нам час прийшов збиратися у далеку дорогу на зустрічу з новою талановитою сім'єю. Бувайте здорові! Всього вам найліпшого! Ми раді знайомству, щасливої вам дороги! Там заграєм гаї! Летели две птички, ростом невялички, ой, лето не зима, кого люблю, того няма, ой, лето не зима, кого люблю, того няма. Ларис, ведаешь, некалькі гадоў таму Рэспубліканская грамадская арганізацыя «Ахова птушак Беларусі» назвала 4 самыя спеўныя мясціны нашай краіны. Сярод іх Мінск, Брэст, Слуцк і Шуміліна. Так вось тады горад Шуміліна атрымаў, на мой погляд, самы незвычайны сертыфікат – «Салаўіны горад». Я пераканалася, салаўі тут пасяліліся таму, што жывуць тут надзвычай спеўныя людзі, якія спяваюць сапраўдныя беларускія песні. Давайте пажадаем гэтай добразычлівай сям'і здароўя, творчых поспехаў, удзячнага слухача. І няхай прагучаць словы падзякі сям'і Скоранавых за тое, што яны дораць людзям прыгажосць, далучаюць маладое пакаленне да традыцыйнай беларускай культуры. Фальклорнае шоу «Хата на хату» сёння развітваецца з вамі, каб праз тыдзень мы сустрэліся зноў і паслухалі песні нашай краіны. Спявайце разам з намі кожны тыдзень. Бывайце здаровы. Да пабачэння.